Грех ли заниматься бизнесом, быть риэлтором? Слушайте, нет, вы что? Какой же это грех? Вот в своей жизни я уже сменил больше квартир, чем у меня пальцев на обеих руках. И каждый раз мне помогали какие-то хорошие специалисты, которые находили съемное жилье, помогали найти на рынке какую-нибудь нормальную квартиру, если там в рамках позволявшихся по бюджету. И я с благодарностью огромной и с большой теплотой вспоминаю тех риэлторов, которых тоже много было, которые мне реально вот просто в тяжелое время, это же очень тяжелое время, поиск жилья для человека там или там Китай, это все равно что пожар, это кошмар, те переезды, перепрописки. Вот. В это время, я помню, мне очень хорошо помогали самые разные люди, мужчины, женщины разных возрастов. Вот, я всех их помню, они и благодарен им. Поэтому риэлтор – это очень хороший человек. Если это не жулик, вообще везде, любой человек, если он не жулик, это хороший человек. Вы помогаете людям в критические моменты их жизни. Это очень тяжелая часть человеческой жизни. Поэтому тот, кто занимается этим, юридическим сопровождением, поиском жилья, там, оформлением, это вообще очень драгоценный человек. Я бы очень хотел, чтобы было много людей, специалистов своего дела, у которых есть совесть и вера, которые хорошо делают свое дело.